представителей Porsche не стыдно похвалить за искренность. Они в открытую признают, что Тайкан это крутая игрушка, и владеть ей без личной зарядной станции, полагаясь только на инфраструктуру, у нас пока невозможно. Разумеется, гараж большинства клиентов состоит не из одной и даже не из двух машин, и все же случалось мне видеть, как эти красивейшие продолговатые тела крались в правом ряду за чадящими газелями, чтобы сберечь последние крохи заряда. В этом смысле Тайкан похож на девушку в вечернем платье, которая спустилась в метро, при всех несомненных ее достоинствах риск застрять каблуком в эскалаторе заметно отличается от нуля. Тут-то на сцену и выходит версия кросс-туризма, с более практичным пятидверным кузовом, в пластиковом обвесе и с дополнительной парой сантиметров под днищем. Не то чтобы это страховало вас от возможности замереть с разряженной батареей, но дополнительную уверенность все же дает, хотя бы психологическую. Эта теория подтверждается статистикой реальных заказов, кросс-версии уже выбирают почти половина российских покупателей Тайкона, и это при том, что модель еще толком не на слуху и не на улицах. Даже в наличии у дилеров кросс-туризма пока не встречаются, хотя стандартных седанов на момент написания этого текста видно целых семь, причем отдают их без допов и прочей нечисти. Словом, если с идеологические эксперименты не сработали, то здесь они кажутся в точку. При этом надо понимать, что технических изменений в кросс-туризме минимум, по сути сводятся они только к форме кузова, а остальное регулирует электроника. Например, повышенный клиренс достигается только давлением в одинаковых для всех тайканов пневмобаллонах. Программно же активируется и режим Gravel, в котором позже срабатывают ABS и система стабилизации, чтобы вам было проще носиться по грунтовкам. Кстати, не обращайте внимания на лихие пыльные фотографии. Ради фотосессии организаторы согнали Тайкан Кросс Туризма с асфальта, но в сжатую трехчасовую программу теста эти участки не попали, да и вообще никакого разделения между версиями предусмотрено не было. Все данные универсалы с копом, от самых простых исполнений до трансгалактических турбо С всю перемешку, только успевай пересаживаться и как-нибудь собирать впечатления. Разумеется, я начинаю сразу с десерта. Цифровой наркотик ведь безотносительно того, какой конкретно тайкан вы покупаете, окружающие думают, что это тот самый, с разгоном до сотни за 2,8 секунды, а вы, соответственно, кто-то вроде сухопутного космонавта. Я много слышал о том, как эта штука умеет телепортироваться с места, но первый старт в режиме Launch Control все равно оказывается феноменальным. И второй тоже. И третий. Я не слишком силен в биологии, и все же рискну предположить, что не тот орган назвали точкой G, как минимум потому, что у мужчин он тоже есть. Силище, с которой прыгает вперед топовый электрический Порша, точно нажимает на что-то внутри моего тела, доводит до дрожи и выпускает наружу поток смеха, нецензурной брони и желания немедленно закурить. По сравнению с традиционными игроками суперкровской элита, от 911 Turbo S до Aventador, здесь покоряет именно безжалостность первого рывка. Примерно так опытный травматолог вправляет в сустав, резко, решительно и неожиданно для пациента. И не важно, что команду в этом случае даю я сам. Правда, через несколько секунд электрическая эффективность уже начинает работать во вред эмоциям. Однажды, припечатав вас к спинке кресла, Тайкан даже не пытается развлекать звуком или толчками на переключениях, ведь они здесь просто отсутствуют. С бешеной скоростью меняются цифры на спидометре, попутный трафик будто бы замирает, но смотришь на это уже слегка отстраненно. Попробую сформулировать для тех, кто хоть раз в жизни рубился в компьютерные стрелялки. Вот бензиновый суперкар, это когда вы нашли самую мощную пушку, много патронов к ней и пошли устраивать кровавую баню на последнем уровне. А тайкан ⁇ это игра в режиме Бога, круче вас нет вообще никого, но полностью погрузиться в процесс и искренне кайфануть уже не выходит. И дело не в том, хорош тайкан или плох, откровенно говоря, он великолепен. Но именно версии Turbo S присущ этот эмоциональный контраст. Вкачав в ваши вены 3 литра эндорфина на первых секундах разгона, суперкар резко перекрывает кран и начинается ломка. Кажется, тут нужен детокс. Система охлаждения будто специально. В тестовом выводке припасен и обычный Porsche Taycan, самый базовый, заднеприводный, без шильдиков S и прочего. В Порше говорят, что это единственная подобная машина в России, все клиенты заказывают что-нибудь покруче. И я их понимаю, ведь с мощностью 408 литров. Разгон здесь, ну классный. Никому не придет в голову называть медленным автомобиль, разменивающий сотню за 5,4 секунды, и все же это почти гражданский уровень, примерно как у двухлитрового Кеймен на механике или скажем BMW 330i. Отзывчивость акселератора безупречна, как и у любого электрокара, но разгон здесь уже не перегружает все органы чувств, поэтому можно отвлечься на другие вещи и представить, что вы получаете за 7 миллионов рублей, по нынешним временам это не такие уж и деньги. Тестовая машина почти на треть дороже, но львиная доля этой разницы заключена в декоре, окраска кузова за сотню тысяч рублей, кожаный салон за три сотни с лишним, дисплей для переднего пассажира, 87 тысяч, и так далее. И даже сквозь это великолепие прослеживается экономия, сколько бы вы ни заплатили от лысого пластика в отдельных местах, вроде гашетки выбора режимов движения на руле, это не спасет. Впрочем, тут я ничего нового не скажу, водораздел качества проходит через дебют 911 в кузове 992 или 8 Volkswagen Golf, а причина всем известна. На дизель начинается и на гейт заканчивается. Пора бы перестать брюзжать и на засилие цифровых экранов да только с их наполнением точно можно было поработать повнимательней, никто же не связывал руки спецам по эргономике. Но логика интерфейсов местами требует вдумчивого изучения и привыкания, некоторые функции дублируются, другие словно перепутаны местами, а виртуальный тачпад на нижнем дисплее, который по лексусски управляет верхним, и вовсе необъяснимое решение. Он и не под рукой, лежащий на подлокотнике, и до центрального экрана от него тянутся всего 20 сантиметров, Словом, кажется, что интерьерщики просто не придумали, чем заполнить виртуальное пространство, и сделали вот так. А кто додумался спрятать селектор трансмиссии за оба труля? Положим, между драйвом и реверсом еще можно переключаться вслепую, а вот паркинг включается только так наклонился вправо, прицелился, нажал. Поймите правильно, у меня нет никакого желания, почем зря критиковать этот интерьер. Просто если раньше, даже в базовом порше, без кожи на замшевых понтов и навороченного оборудования вы все равно первым делом отмечали, что тут все безупречно продумано для водителя, то теперь видите засилие экранов и не очень понимаете, как ими пользоваться. Хотя посадка по-прежнему идеальна, а антураж подзуживает мчать. Рабочее напряжение, поэтому единственно правильный способ восприятия Тайкона все-таки в динамике. И здесь мне милее всех как раз версия кросс-туризма 4С, которую вы видите на большинстве фотографий. Смотрите, почему. Во-первых, стоит она всего, да, всего, на 2,5 миллиона рублей дороже самого простого Тайкона, а если смотреть именно на линейку кросс-туризма, то разница с базовой полноприводной четверкой и вовсе составит 1,5 миллиона права слова, на эстетику вроде цветной прострочки, тесненных логотипов и прочих ковриков можно потратить намного больше. При этом под капотом у вас уже 571 электрическая сила а разгон до сотни занимает 4,1 секунды, это лучше, чем у более дорогих 911 Carrera 4 или Panamera 4S, но главное, что этот разгон получается самым гармоничным. Уже всерьез кружит голову, как у любого достаточно мощного электрокара, но еще не рождает диссонанса между стартом и полетом, как в случае Turbo S1 MiG, и вот вы мчите точно туда и так, как хотите. А раз так, наконец появляется смысл поговорить о настройках шасси. По большому счету, Тайкан очень похож на Панамеру пневмобаллоны, активные стабилизаторы, подруливающая задняя ось, все это здесь для того, чтобы скомпенсировать нескромную массу. Причем разница здесь сильно меньше, чем можно подумать, да, сама батарея весит без малого 600 килограммов, но по паспорту электрический Porsche тяжелее бензинового лишь на полторы сотни, а вдобавок сконцентрировано все в полу и между осей. Результат получается ошеломительный. На серпантинах близ Геленджика запас скорости, уверенности и держака в этом шасси таков что к нему просто невозможно подобраться без досконального знания дороги и уверенности в отсутствии трафика. Тайкан просто переваривает поворот за поворотом, беспрекословно слушаясь искреннего, прозрачного руля, вот уж чего не ждешь от электрокара. Внятно подкручиваясь на выходе благодаря железному электронно управляемому дифференциалу на задней оси удивляя по спортивному хлестким замедлениям, за которое, кстати, по большей части отвечают электромоторы, а не тормозные механизмы. Лишь в совсем узких шпильках 2,3 тонны технологии заставляют шины скулить, причем уже не важно, боевые ли это Перели Пизеро на Тайкан Турбо С или универсальные гражданские синтарата P7 на кросс-туризма 4С, да и разницу в настройках подвески. Мы же помним, что там все чисто программное. В ходе короткого теста не уловить. Больше на ощущения влияет сама дорога. Но похоже, что оптимальный рецепт для всех один рули в спорт, потому что Sport Plus все же скидывается внезапных кочек, силовую установку в максимальный режим, и погнали! Куда? К новым вершинам, разумеется. Porsche Taycan наращивает лидерство на российском рынке электрокаров, потихоньку отрываясь от Audi и Tron, и помимо автомобильно-инженерных причин свое дело тут делает хайп. Тайкан – это модно, круто, желанно, а еще, в отличие от Tesla, полностью официально и с гарантией. Только за этот год, по прогнозам, у нас будет продано более 500 таких автомобилей, 446 уже переданы владельцам, а Кросс Туризма лишь укрепит эту динамику. А хотите знать, как выглядит тройка самых популярных моделей Porsche в России по итогам первых 9 месяцев года? Предсказуемо КН, 2370 экземпляров. Логично Макан, 1036, и, ага, он самый электрический. 911, Панамера, Кеймен, Бакстер, все позади. И кризис кризисом, а такие результаты самой электронной и электрической модели в разгар дефицита полупроводников заставляют крепко задуматься. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите ваше мнение в комментариях.